Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Oppo Find N2 Flip. И сейчас мы разберемся, как включить запись экрана на данном телефоне. Итак, для начала мы смахиваем шторку сверху вниз дважды. И здесь вот ищем у нас кнопку «Запись экрана». Нажимаем по ней, забираем шторку и нажимаем «Разрешить». И появляется вот такая вот настройка. Здесь вы можете включить звук медиа и микрофон. Записать звук системы или включить, или выключить. Окей. После чего здесь можно будет включить запись. Вот так это все будет выглядеть. Будет видно прикосновение. Когда вы закончили запись, нажимаем на паузу и галочку справа. После чего показывается нам, что запись была сделана, и на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!